начинаем с Иона. Начнем положение, когда вы сидите. Вы должны вначале почувствовать свою подвижность. То есть то, что вы легко перекатываетесь, у вас ножки свободны, вы можете уходить с линии атаки, выбрасывать ноги навстречу опасности, тампить, подставлять и так далее. То есть вначале вы чувствуете свою подвижность. Он начинает бить. Начнем с прямых ударов. Да. То есть вы вначале получаете и смотрите. Потом начинаете уходить. В одну сторону ушли, в другую сторону ушли. Видите? Уходя, выбрасываете ножки. То есть ваша цель научиться ногами работать так, как вы продолжаете руками. Сейчас начинайте со съема. Сейчас, если ухожу в эту сторону, ножка с этой стороны, то вы встраиваетесь в плоскость, встраиваете ногу. То есть вам нужно встроиться и выстроить новую плоскость, чтобы его понесло. До тех пор, пока он не стал, вы должны уже изменить его траекторию. Ушел, ножку выкинул, изменил, пригрузил, он далеко. Я по нему, видно? Сейчас работаю с ногой в эту сторону. В эту сторону. Прямой. В эту. То есть вы в первую очередь ушли, выкинули ту ногу, которая у вас ближняя, и изменяет. Опять. Ушел, выкинул ближнюю ножку, изменил траекторию. Изменил. Важный момент в любом управлении, независимо от того, вверху вы находитесь или внизу, это присоединение, либо выравнивание скорости. Для того, чтобы вы успевали, вы должны чувствовать, либо видеть начало движения. Оно всегда есть, замах есть всегда. Важно научиться его видеть. Видеть тот момент, когда человек берет силу от земли. Вот он взял силу, он ее выбрасывает в ударе. Опять взял, опять выбрасывает. Вот у вас какая недоработочка? Нет. Видите, тут я начинаю делать. Очень сложно, потому что с каждой долей секунды его нога летит все быстрее, потому что она набирает постоянно скорость. У нее неравномерная скорость, а постоянное ускорение идет. Поэтому и я, смотрите, еще раз. Еще медленнее стараться. Видно, когда я начинаю смещаться? Только он начинает двигаться. И я уже ухожу. Только он начинает двигаться. И я уже ухожу. Не просыпайте начало движения. Еще раз говорю, постарайтесь научиться работать только ногами. Руки вы всегда
сейчас можете подключить. Вы ими владеете так хорошо. Здесь же ваша задача постараться максимально доверить все ногам. Передаю на вторую. Очень важно. Он размыкает контур. Вот он замыкается через землю, у него есть силовая конструкция. Контур замкнут. Видно? Представляете? Вот он его размыкает. В этот момент он неустойчив. Он находит либо на вас, через вас замыкается, либо потом ставит и замыкается, опять становится устойчивым. Вот ваша задача. Он сам его разомкнул. И моя задача уже не дать ему сомкнуть. То есть не дайте ему стать хорошо. И второй способ, он идет сейчас. Да. Я вхожу в эту сторону. То есть в зависимости от того, вы должны опять же все рассматривать с точки зрения естественности движения. Вот если вам захотелось на его замах отреагировать вот так, у вас ближняя нога вот эта, и она снимает отсюда. Раз, и сгребаю. Если мне на его движение естественным образом захотелось уходить в эту, то она снимает отсюда. И дальше вы уже ей сняли, оп, сковали, связываете. И опять же, смотрите, я ухожу вначале. То есть даже если я ничего не сделаю, то я уже не должен получить. Раз, два, три, семь, девять. И туда. Поехали. Работаете разрушение опор. Вы на одной ножке смещаетесь, второй берете, либо так, либо так. Он начинает бить, я иду. Он начинает бить, я иду. Вместе с ним никуда не тороплюсь, убираю эту часть, которую атакуют, и разрушаю опору. Если вы оказались близко, да, удар отсюда идет, то есть вам уже неудобно разрушать отсюда, вы ее сгибаете.
этого вам будет крайне мало. Вот. 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 Уходите. Куда? Уходите. Куда? И встали. Куда? И встали. Куда? То есть амплитуда должна быть достаточно большая. Пожалуйста. Если находится ближе, то вы здесь уже начинаете снимать. Вы уже тогда работаете всей вот этой вот частью. То есть в основном работе вы коллеги. Особенно на прямых это отчетливо видно. То есть я не успел сработать стопой, подрабатываю колено.